Мясник, который устроил этот беспорядок. Кровь родителей тоже на его руках. Идем глянем. Смотри в оба. Какой странный звук. Тут ничего нет. Конечно. Наконец-то! И с великим инквизитором. Что там за писанцем? Пусто. Не изволите ли вы следовать за мной? Что они тут вообще делают? Черт! Я едва не влюбил этому алхимику по роже. Да ладно тебе. Эти высокомерные засранцы хотя бы читать умеют. Значит, пускай себя ведут как конченые мрази? А ладно. Один из них сказал, что Виталию хреново. Мы знали, что так будет. Нужно за него молиться. Университет. Так, книга. Вспомни. Лука сказал, что она в подвале. Путь усеян розами. А откуда тут розы? Заперто. Невероятно. А
Где все книги? Стяги, цветы. Да тут есть розы. Я на верном пути. Сколько мы уже здесь торчим? Я потерял счет дням. Да уже где день, где ночь, не различаю. Сидим тут запертые. Все скоро закончится. Виталий сюда притащит парня, который откроет последнюю дверь. Сидели тут, значит. А теперь еще и сам великий инквизитор на подмогу заявится. Там нет крыс. Странно. Хватит тебе книг, или еще притащить? Ежели умеешь читать, книг всегда недостаточно. Ах, тут сплошь языческая дрянь. Sanguinis Citinera — это священная книга. Ее знания восходят к заре человечества, и они могут спасти нас всех. Так что ищем. И особое внимание уделяйте книгам в красном. Книга Sanguinis Citinera. Они тоже ее ищут. Надо торопиться.
всяком случае, ёбаные крысы. А вот и розы. Я на верном пути. А, вот они. Знаешь чего? Если он так со мной будет говорить, я ему какую-нибудь книжку в пасть запихаю. С красной обложкой, раз он их так любит. Книжка. Очередная прекрасная идея наших мудрых алхимиков. Помяни мое слово, они мутные ребята. Правда. От некоторых уголков бастиона лучше держаться подальше. Там такая мракобесия. Ой, давай не будем об этом. Чтобы пройти, придется избавиться от стражи. Ну, давайте, бегом отсюда. Ну же! Вот жопа! Осторожней надо быть. Я знаю, что вы здесь. Здесь точно что-то было, я уверен. Где этот ублюдок, а? Они уже сбежали. Ладно. Маргарит, тебя тоже занесло далеко от дома. Принеси мне удачу. Ради Хьюго. Это дрянь. Она что, вообще везде распространяется? Шевелись, кузнец! Для тебя есть работенка! Видно, плохо дело, если Виталий тратит время на то, чтобы ловить вот таких попрошаек. Пленник! О, ладно. Может, они хоть дверь наконец откроют? Я здесь не пройду. Слишком много страж. Да как крысы это сделали? Ты только представь, какая селища нужна! Представляю, что бы они с твоей рукой сделали. Теперь им эта дыра ни к чему. Они сами ее завалили, видишь? Эти ублюдки знают, что делают. Я что-то слышал! Скоро вернусь! Аккуратней там! Пусто.
Здесь так просто не пройти. Нужно выгнать крысу из комнаты. Что-то я давно не вижу Роз. Надеюсь, я не сбилась с пути. Неплохо. Совсем неплохо. Новости о молодом Хьюго де Рун. Капитан Николай продолжает поиски. В таком случае поможет нам с поисками книги только один человек. Это сын кузнеца. Вы с отцом изготовили эту дверь. Сейчас ты ее мне откроешь. Нам велели сделать эту дверь как раз для того, чтобы подонки вроде тебя. Я великий инквизитор Виталис Беневенто. Ты понятия не имеешь, как я страдал. Гляди, как я страдаю. Ради тебя. Быстрее. Писангуист. Как тебя звать, мальчик? Родрик. Я не хочу, чтобы Родрик испустил дух до того, как откроет эту дверь. Не повторяйте ошибку, которую допустили с его отцом. Уйдите. Быстрее, только бы их не упустить. Даже когда великий инквизитор говорит о спасении ближнего твоего, ты не можешь просто заткнуться. Да ты бы на себя посмотрел. Ты что, хочешь? Оставь. Его душа до номер два. Когда книга будет у нас, мы не будем. Родрик, похоже, у нас у обоих проблемы. Долго Писангуист сможет сдерживать укус. До тех пор, пока сильна его вера. Thank you.
Это он, что ли, дверь сделал? Да, и он ее откроет. А получив книгу щенка Дерунов, Виталий сможет завершить конюрацию. И спасет нас от чумы. Ад Игнем. Ад Люком. Хорошо сказано. Вели! Теперь слушай сюда. Мы с дружком служили в темнице Бастиона, и там развязывали еретикам языки. Храбрись сколько хочешь. Но поверь, ты у нас запоешь, как и остальные. Жду не дождусь. Это папочки. Не смей говорить о моем отце. О, правда? Вот как ты заговорил. За работу. Вы испоганили полы. О, в доспехах. Надо что-то придумать. Мы эту мозаику несколько недель выкладывали. Да в жопу твою сраную мозаику! Открывай чертову дверь! Или сдохнешь, как твой старик! Я убью тебя, не сомневайся, когда вспомню, как открыть эту дверь. Ты уж не затягивай. Давай, живей! Эй, ты там так... Я мечтал об этом целых 2 дня! Не знаю, кто ты такая, но спасибо. Надо бежать, скоро придут другие стражники. Что это за дверь? Это особый заказ, шедевр моего отца. Ты сможешь ее открыть? Было бы здорово. Эй, там! Стража! Это бы нам помогло. Придется немножко подождать. Не отвлекайся, я их задержу. Не хочу тебя торопить, но они уже близко. И кажется, начался пожар. Еще чуть-чуть. Давай, давай. Все, бежим. Они подняли тревогу. Теперь нас так просто не отпустят. Ты знаешь, куда мы идем? Не думай! Беги! Попадем в тупик, и нам конец! Надо спрятаться! Не, давай лучше их замедлим. А это поможет? Должно помочь. Ладно, мы в подвале. Для начала неплохо. Родрик, мне нужна книга. Да что такого особенного в этой чертовой книге? Она поможет спасти моего брата. Пожалуйста. Я не знаю, где она. Я только знаю, что из-за нее запытали моего отца до смерти. И я убью их за это. Наших родителей они тоже убили. Попробуем выбраться отсюда. Ладно. А что с книгой? Сейчас все увидишь. Их тут очень много. Оу, еще библиотека. Под библиотекой? Запрещенные книги. Мы потому и строили эту дверь. Сангвинец и Тинейра просто обязаны быть здесь. Я знаю только, что она в красной обложке. Смотри, наверху. Розы, видимо, это она. Придется лезть наверх. Поможешь мне? Ладно, ладно. Любопытно. Полки словно указывают путь. Это твой путь к книге. Все просто. Кажется, я поторопился. Я останусь здесь для противовеса, а ты будешь говорить, за какой рычаг тянуть. Хорошо. Давай! Да. Ты же сказал, что будешь противовесом! Я старался, все сломалось. Ладно,
Надо быть осторожнее. Отлично. Ох, ладно, пусть лежит. Неплохо. Совсем неплохо. Кстати, меня зовут Амисия. А ты Родрик, верно? Ты много знаешь, Амисия. А кто вас нанял, чтобы сделать эту дверь? Монахи. Они немного рассказывали. Дверь придумал отец. Он же ее и сделал. А я был... просто подмастерьем. Монахи, которые охраняли Цангвини Ситинера? Стой! Хорошо. Давай! Делаю. Отойди, Амисия. Не мешайся. Слишком тихо. Куда делись солдаты? Нет, стой! Договорились. Давай! Да. Отойди. Родрик? Сделаю. Слишком низко. Нам нужно что-нибудь подложить, чтобы он не падал. Сейчас поищу. Хватит, подожди. Хорошо. Родрик? Там ящик. Им можно заклинить механизм. Хорошая идея. Эй, не покалечься там. Может, мне? Нет, это ради моего брата. Я у него в долгу за все то время, когда меня не было рядом. Да, трудно будет ему принести книгу, если ты сломаешь руку. Стой! Да. Давай! Хорошо. Ах!
Нет, стой! Делаю. Ну же! Да. Если это не любовь, то не знаю, что и думать. Ладно, пора заканчивать. Нам пора. Идем. Родрик? Договорились. Подожди! Делаю. Вот так. Еще капельку. Идем. Мы и так задержались. Она у нас! Даже не верится. Поверь в это и давай двигаться. Они скоро будут здесь. Я знаю тебя, Амисия Друн. Мы давно наблюдаем за вами, за твоим семейством, ожидая пробуждения Макула в крови твоего брата. Вы росли у меня на глазах. Нет, у нас нет шансов. Маленькая дура. Что ты собираешься делать с этой книгой? Я спасу брата! Получив твоего брата и эту книгу, я спасу этот мир, Амисия. Сюда! Быстрей! Стража! Бегите! От своей крови не укроешься. Похоже, вы друг друга знаете. Он разрушил мою жизнь! Я знаю, как это бывает.